Сейчас. О, а повернись, как красиво. Я тоже хочу пальто какое-нибудь. Так, парка это, наверное, да? Как это называется? Парка, наверное, это называется. Как красиво. Красиво. Класс. Ты такой, знаешь, типа, ну такой. Это комплимент был. Да. Мирыч. Мирыч, привет. Давай срач, папа уезжает в командировку. Бубу нюхает твою ногу. Класс. Котик, ты обувь изучаешь? Вовка, кипси, кипси. Бубу. Сейчас соберу, Бубу чтобы... так в пакет заглядывал. Он у нас и по Додо пицце, и по KFC. Бубу. Вова. Глянь, где кот. Он умывается в пакете сидит. Домик его. Это домик твой, Бубу? Ты тут жить будешь? Так, друзья, вот такой у меня лук-лучок, вот такая новая куртейка у меня. И уги. На мне серые уги. И вот такая вот курточка, да. Такие валенки называются уги. Они пошли от фирмы Уг, поэтому они называются уги. Хотя у меня мокасины летние тоже от фирмы Уг. Вот. Теперь мне будет очень тепло, классно. Вот такая вот куртейка. О, Из ты сам. капюшончика. Там перчатки у тебя в шапочке, вытащи их. Да, с капюшончиком. В общем, вот такая вот история, вот такая красота. О, очень тепло, очень жарко мне. Вот. Тут и вот эта вот штука снимается, она съемная. Уги пошли от фирмы Уг. Они делали вот такие валенки. Хотя мокасины у меня тоже этой фирмы. И потом все такие валенки стали называть Уги. Вообще изначально их придумали в Австралии и сделали их в качестве домашней обуви. Вот. Ну, а мы вот так вот их носим. Вот такие вот Уги. Серые, у меня еще серая шапка, серый шарф. В общем, все по красоте.